Стоп! Сегодня с Чупиксом мы нашли просто жесткую тактику, как можно с другом залететь и заработать реально деньги в казино. Ссылочка на Радмир будет в описании, залетайте, также вводите мой промокод FGK, и вы получите 75 тысяч долларов, когда отыграете 10 часов. Напишите, какие розыгрыши вы хотели бы увидеть на Радмире в комментариях, может быть, какие-то прям, запустим, для моих реферальщиков, потому что вас очень много, поэтому ехало. Братья, сегодня удачу забираем только мы, потому что все слились, все очканули против него выходить. Только мы остались в этой деревне, чтобы по трилям мы ставим? Конечно, конечно. То есть, получается, сейчас, если что, мы будем банк разделять только вдвоем. И надеюсь, мы не будем, знаешь, что у меня забрал, тебе дало, а мы оба будем сейчас зарабатывать у этого дурачка. Ну да, дай бог брокнет нам обоим, так сказать. Мне шестерку дал дилер. Тузик. О, нормально. Десяточку брокни, братик. Брокни. У него что? 11. А, 8 у него. А, у меня тоже туза дали. 21! У меня 17. Добирать или нет? А, если я доберу, у меня туз превратится в... Да, да, задефает. Я беру. Давай. Блин. Сколько? 17 также? Шестерка. Две шестерки и туз. 13. Так, еще беру. Ну, давай какую-нибудь семерочку. Ой! 2, 22. Ну, я получил. Надо было на 17 попробовать смотреть. Ну-ка, сейчас посмотрим у него. 11, и что, все? А, типа он должен был, чтобы у него было больше меня, а у меня уже, короче, блэкджек, и все, я забрал, я выиграл. Бля, ну ебать, с первой этой, конечно, блэкджек выглядит, это интересно. Ну-ка, поближе сюда сяду, чтобы... Давай, подглядывать будешь в мои карты, а? Да. Пусть он мне поможет прям. Бля, хотел сказать, пусть он не подглядывает, а правило, что дилер должен там видеть. Дилер все знает, у него там брейкарты все как надо расположены. Девяточку, дай десяточку и нормально будет. У него девятка, да, тоже? Угу. У меня теперь девятка. О, все нормально, 19. Капец, тебя сыпает. Но я добираю по-любому, у меня девятка всего лишь. Давай десятку, братишка. Ой, блядина. Нормально, все, завершаю. Красавчик, брат, я... Сука, мабой! У тебя... Ну, сейчас смотри, у него, блядь, выпадет этот десятка. Ай, сука! Да, блядь. Ничья. Да, у нас у всех ничья. Ну, типа, все равно хотел выиграть, но... Ладно. Это хорошо, это не в минус самое главное. Но у тебя там... в минусе. Да, у тебя там небольшой минус. Триля моя ямочка небольшая, блядь. Блин, опасно, конечно, я, конечно, на грани. У меня еще три хода всего лишь. Ну, должно повезти. Ну, главное сделать из трех этих ходов ход конем. Жаль, что его тут нет. Шах и мат, все, давай, я убываю отсюда. Дилер, блядь, я встану. Бля, а прикинь, можно было бы какой-то пранк сделать, переодеться в дилера и стоять вместо него. Типа попросить админов, чтобы удалили NPC, я стоял бы чисто. Там же этот, на КРМП как раз есть этот крупье. Да. Я хочу туда устроиться, посмотреть, как это работает. У меня 18. У меня 15, блин. Давай я ва-банк нахуй, удваиваю. Ой-ой-ой, блядство. Сука. Yes! Нормально, братик. У меня 18, я завершаю. Сколько у него? 14. Да! Yeah! Ебать, ва-банкиш пошел. Плюс 12 лямов. Хорош, вот это уважаю. Вот это мабой. Чухнул, что надо удваивать сейчас. Вот это мабой. Отыгрались. Сейчас главное в том же темпе продолжать и не просесть ни в коем случае, потому что... Ой-ой-ой, хочу миллиончик, хочу все твои денежки. Ох, вот здесь меня трахают, посмотрите. Ой-ой-ой. Давай, шулер, раздавай свои вот эти своими тяпками, блядь. Шулер. Он реально клоун. Как там? О чем зависит? Эй, играть будем, нет? Он думает, сейчас. Как бы сейчас. Смотри, вот видишь, из-под вот этого автомата они прям притягиваются. Я же говорю, он из этой, из рукава достает. Смотри. Да, он. Видишь, оп. 16, блядство. У меня 15. Бля, такое ощущение, что мне нужно как будто пасануть вообще. Блять, а я опять удваиваю. Ебать, ты бессмертный. У меня 15, я опять удваиваю. Ебать. Я 17. Ну смотри, если я так сделаю, он мне выебет в рот, смотри. Ты удваиваешь, да? Бля. Ты именно королеву, именно такую же королеву выдал. Я говорю, он мне в рот выебет. Так, ну, я надеюсь, у тебя сейчас будет. У него 10, 15. Ой-ой-ой, и все, перебор... он переберет. Он, да! Он еблан, брат. Знаешь, какой у меня баланс уже? 21 лям. Ебать! Хотя было 12, по-моему. Пиздец, уже, не... Уже вдвое выросло. Почти. Я в ахуе, блядь. А че это? Ну еще поделим пополам, потом. А, вот это... С общим банком пришли. Брат, вот это вот приятно, конечно. Да, ну я чувствовал, что реально надо было пасануть. Надо было не играть дальше, а нужно было именно пасануть. Ну так, кстати, у тебя там двоим редко может так повести сразу, за раз. Ну-ка. Восьмерка. Сразу. Шестерка. И это намек, что я шестерка, типа, или что? Чья? Только непонятно. Опять 16, сука. Бля, ну кстати, у него тройка всего лишь, ему там добирать и добирать. Да похуй, опять удваиваю, нахуй. Я, блядь, совсем охуел. Вот ты, да. 20! Я удвоил, у меня 20. Бля, я удвою тоже. Давай. Прикинь, и тебе повезет. 23. Бля! У тебя... Подожди, у тебя было, получается, 17? Что? Я забыл уже, по-моему.
Перебрал. Бля, брат, вот сколько у тебя сейчас? 27 лямов. А у меня 11. Я тебе говорю, баланс перекачевывает. Он не бывает такого, что зарабатывают, перекачка идет. Не, ну в общем-то, мы не в минусе. Ну, если, в общем, подумать, да, если вот, знаешь, мы заходим вместе заработать, и то есть, если мы залетаем с общим банком и понимаем, что мы потом его в будущем делить, то есть. Блять, а может реально казино так пойдем? Настоящее? Да. Бля, я хуй знает. Был бы банк такой, где можно разогнаться. Ну, да похуй, 1000 рублей зальем, поиграем, бля. У меня уже сразу 19. 20! Нормально, все, я торможу. Все, завершаем. И он, сука, 20. Он, сука, если он, сука, в 21 возьмет, я его рот трахать буду. Не-не-не, не бери, не бери. Не, я имею в виду завершать, да. Если он возьмет, я прям тут вот с этими фишками буду его, блядь, и бедина, ебана, ему на глаза вот так. Перебор, смотри, перебор, бля. А, нормально, нормально, нормально. Фух, блядь. Я ему реально вот эти фишки на глазные ягодицы ему положил бы, блядь, и все. Ну все, у тебя уже сколько? 14. Все, Кай, ты уже в плюсе. Нет. У меня был 20 лям. А, был 20 у тебя? Да. Блин, я думал, у тебя тоже 12. Не, я просто такой был, двадцатка. А, подожди, я тебе ждал. Я, блядь, я забыл стартовый банк. Ну, похуй. Я хочу вернуться, как я зашел сюда с каким банком. Я как минимум, да, как минимум, он у меня должен быть сейчас на руках. Ну, давай, давай, давай. Бэнк. Вот дилеры, 4, блин. Бэнк. Очень хуёво. У меня восьмерочка, ну так, 50-50. У него, кстати, тоже хуёво. Ой, блядина. Ну, мне можно смело добирать. У меня 13 очково, но я попробую удвоить сейчас. Удваивай, похуй. Я просто... А, ну, блин, я уже просто взял. 15. А вот сейчас я не могу удвоить, сука. Ну, ладно. Еще взял? Да. Ты такой лакер, это пизда, брат. Все, я на 17 закрываюсь, нахуй, пизду. Удваивай. 13 у меня, удваивай. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай, семерик. Хоп. Блядь! Блядь, десятка. Блин, десятка это вообще, конечно, подлянка жесткая. Ладно, я слишком рисковый играю, надо почелевее, почелевее. Почелевее. Ты выиграл? Да, он перебрал, походу. А, нет. Ты проиграл и выиграл? А, я проиграл, у него 19. Блядство. Ну да, тут и я проиграл. Надеюсь, не пошло вот это вот неудачи. Ну, у меня еще запас есть, у меня 24 ляма. 5 лямов. Ну, ставочка сейчас 3,5. Пиздец. Я хочу плакать. Бля, вот сейчас ты удвоишь и заберешь, вижу. Давай. У тебя 8, у него... Пятерка. Ебать, у меня 20. У меня 18. Удваивай, да? Бля. Бля, ну если бы ты был, ты удвоил бы, тебе тройка выпала бы, у тебя было бы 20, но я уверен почему-то. Ну, смотри, там есть двойка и туз, у тебя в принципе три карты, которые можно вытянуть. Ну-ка, чё бы я получил бы? А, ну хорошо, что не перебрал. Ну у меня ничья, ну сука. У тебя 18? Да. Он заебал. Блядь. Тут реально просто такие американские горки, это, блядь, то выиграешь, то проебываешь, и, сука. Ну, тут как бы, знаешь, вот когда мы крутим рулеточку вот эту вот, как будто там вот, как в фильмах всегда бывает, я поставлю последний раз, и вот это становится все 36 миллионов, все орут, блядь, все дискорд взрывается. Ну, да. А тут вообще пиздец, то выкачка идет, то закачка идет. Ну тут можешь ты решить, да, дискорд, типа, правильно это сделать или нет, типа. Можешь удвоить, взять, закрыть. Сколько? 11 у меня. 13. Добирать? Ой, удваивать. Кого ты скажешь, что ты чувствуешь, удваивать мне или нет? У тебя сколько? 13. Все, удваиваю. Вот сейчас уж должно, блядь, тебе повезти. Ну, блядь, я тоже удваиваю. Пускай мне не повезет. Ну-ка. 9! Блять, мне пиздец везет. Бля, если тебе повезет, я охуею еще тоже. 23. Бля. У меня в прошлый раз на 13 тоже выпало. 23, блядь. Ну, блин, 13. Перебор у него? 17. Я выиграл. Сколько у тебя денег? У меня 36 лямов. Пиздец. Просто, ты понимаешь, просто так залетело, это вообще пиздец. Ладно, я сейчас 2400 ебашу. У меня, это все, что у меня остается. Ну ладно, 804 бакса у меня осталось. Не, ну я, у меня запас пиздец. Сколько у тебя на балике? 804 бакса осталось, у меня сейчас ставка 2478. Бля. Охуенно, спасибо. Я даже двое не смогу, блядь. У меня 13. У меня тоже 13. Бля, вот а 13 это... У него король, блядь, там. 13 это злое число, конечно. Пиздец. Давай оба удвоим, кому-то должно получить. А как я удвою? У меня нету денег, брат. Ну похуй, я удваиваю. 21! Да ты еблан! Да ты еблан! У меня 40 лямов сейчас будет. 17. 17, заканчивай. У него король, смотри. Да хуй там, бля. Я проебал, а ты выиграл миллион. У меня 42 ляма. Ну все, ну, уходим. Ну, смотри, если так разделять, то мы все равно в плюсе. Каждый там, считай, по 20-рику, блядь. И вообще, ну как бы...